Ох, седьмой уровень, окей. Мне интересен вопрос, зачем орать на мертвого, как бы. Ну, просто поорать, как бы, надо же. Чё такого? Арнольд, я засекла какие-то помехи, как будто... Как будто разряд от биодетектора уничтожил какую-то позитронную систему. А, неудивительно. Это Уоррен постарался. Вывел из строя десантный корабль одним импульсом. И сжег позитронные схемы? Чтобы убежать? Нет, чтобы они не убежали. Хотел прикончить как можно больше солдат. И отрезать им путь к отступлению, камикадзе, мать его. Вместо этого он только разозлил Оливье и его ребят. Так он еще у них? Вот ты и разузнай, кто из нас хакер, ты или я? Я его засекла. Он на пути к поселению первых старателей. Я думала, он убежал и решил там спрятаться. Но, похоже, его туда ведут солдаты. Почему именно туда? Откуда я знаю? Этот Оливье, он псих, фанатик. Я с ним говорила всего пару минут, а он все твердил о Гломере и о новой Эре. От такого психа всего можно ждать. Зачем он ведет туда Уоррена? Надо убить Оливье. Прикончи его, Арни. Чего ты ждешь? Есть, мэм. Найду Уоррена, спасу мир и принесу тебе голову полковника на блюдечке с каемочкой. Где это? Нормально. Да. Этаж 3. А вот и другая часть. Воссоединитесь. О, бля. Нихило мне с дробовика прописал. Окей. Оу. Мазакака. Блямба, да. Ах,
О май гад, они сверху. Каком еще движении? Алло? Нормально. Скотина кемпер. Два кемпера. Бля. Не, я нажал левую кнопку мыши. А если я не ухожу, они меня так убивают, окей. Потрясающе. Мне нравится. Да, мне не дают замедление времени, которое они так пиарят. Блядь, это просто пиздец. Это... Меня сохнет. Блядь. Кто, блядь, делает на левую кнопку мыши, ёбаный, в рот. В шутере. Шутере. Куски говна. Блять, какой у меня просто совнет. У меня просто ебаных совнет. Ни хилок, ни хуя, просто иди нахер. Я, наверное, не выдержу, у меня серьезно меня сейчас забыл. Это просто пиздец, я только открыл. What the fuck? У него даже оружие не на меня вроде наведено. Окей. Вы просто посмотрите. Блять, какое дерьмо. Я уже немножко начинаю повышаться температура. Тема. А чё, мне как бы все равно убивать? Больше сучек с одного попада. Так что... Посрать. Я не знаю, что делать. Ну все, капец. Перепроди уровень заново. Тебе же нравится, да? Тебе нравится? Фак. Who next? Говно сраное, погнали. Может, там внизу тоже что-то есть? Пойдемте сходим. Или там все закрыто? Вроде бы да.
сидеть. Нормально. Сколько шкафов. Эй, Брюс на связи. О. Наш дружок-полковник у меня на крючке. Я теперь могу покопаться во всей его электронике. Я посмотрел его записи, нашел кое-что интересное. Или его личный дневник. Что ты, стал бы я тебя отвлекать? Гораздо лучше. Он отправляет отчеты в корпорацию. Сейчас сам все услышишь. Операция зачистка проходит согласно плану. План наступления корректируется в соответствии с обстоятельствами. Для проведения следующей фазы операции выбран сектор «Старт». Мы начали подготовку к операции «Ловушка», но работы пока на ранней стадии. Несмотря на все усилия Аспида, нам не удалось узнать местонахождение объекта. Вот туману-то нагнал, а? Говорит, как пишет. Что же это за объект такой? Неужели долбанное сердце Гломора? Думаю, да, Брюс. Но меня больше интересует, кто такой Аспид. Да один из этих гадов, небось. Давай дальше. Даже задействовав его навыки взлома компьютерных систем, попытки Аспида считать информацию из базы данных потерпели неудачу. Не следует относить это насчет его некомпетентности. Скорее возникает вопрос о его лояльности. Вот черт, ты слышал? Этот Аспид им всю малину испортил. Это я и сам понял. Давай дальше. Рекомендую тщательно взвесить все за и против его участия в операции «Ловушка». Аспид слишком много знает. Это девушка. И если мои подозрения верны, он может использовать объект не по назначению. Как сейчас, так и в будущем. Я считаю, что минусы в данной ситуации значительно перевешивают все плюсы. Поэтому я прошу разрешения на ликвидацию Аспида. Ну, что скажешь? Ты прав. Аспид натворил дел. Значит так, Вайс. Аспид — это кто-то из тех, кто сейчас на Альфе. И вот что мне пришло в голову. Может, это глупо, но лично мне кажется, что Аспид — это ты. Я? Я же не хакер. И за мной всю дорогу прут эти дуболомы. Говоришь, не хакер? Ты ни одного компа не пропускаешь. Бегаешь тут со сканером. Ты сам эту базу хочешь спереть.
И не говори, что тебя хотят убить. Они уже давно пыхтят, но что-то никак тебя не прихлопнут. Может, ты пуленепробиваемый? Или они стрелять не умеют? То, что ты еще жив, чудо! А мои миллион загрузок не считаются, да? Но... Знаешь, что я скажу, братишка? Мне плевать. Передо мной не надо исповедоваться. Может, они хотели тебя шлепнуть, а ты и не знал? А может, ты был с ними заодно и теперь в заднице? Важно, что Аспид вышел из игры. Они ему не доверяют. А парень он толковый. Значит, старине Брюсу он пригодится. Если будем держаться вместе, рано или поздно выберемся отсюда. Здесь должна быть хилка, но... Да. Я был прав.
Так я здесь был, Саша, это самый первый уровень. Поверхность вообще там? Нет? Окей. Есть аспект. А кто еще?
О, май гад, у вас 10 секунд. Ты точно знаешь, что Уоррен в старом поселении? Нам не удается его засечь. В чем дело? Нам, говоришь? Я заметила, что ты с кем-то общаешься. Ой, он иногда и двери тебе открывает, так? Но этот сукин сын все шифрует. Брюс прослушивает Оливье. Оливье, подонок. Брюс узнал много интересного. Вот только об Уоррене ничего. У меня так отец умер. Оливье сейчас на старой базе и, судя по его приказам, собирается спуститься вниз. Упал в шахты. Упал в Оливье, все. А похоже, Уоррена с ним нет. Солдаты ни слова о нем не говорят. Может, просто держит язык за зубами. Поняли, что за ними шпионят. И подают ложный сигнал на камеры. Ты же видел, на что они способны. Даже Уоррена вокруг пальца обвели. Да, ложный сигнал — хорошая мысль. Но для этого им нужен хакер. А может, это Брюс на них работает? Я видел отчет, который Оливье подготовил для корпорации. Он просит разрешения на ликвидацию тайного агента корпорации под псевдонимом Аспид. Что скажешь, подруга? Давай. А что тут говорить? Хакер на них работает, это точно. Думаю, ты прав. Наверняка Брюс специально подсунул тебе эту запись, чтобы отвести от себя подозрение. Давайте еще поговорим 20 минут. Боялся я первый скажу тебе, что на Оливье работает хакер. Все это очень подозрительно. То, что он не смог открыть окно, не случайность. Он сделал это специально. Откуда она знает, что он не смог открыть окно? Них, понятно, почему он не пустил тебя к Уоррену. Только в итоге он навредил Оливье больше всех. Если бы я вмешался, Уоррен не взорвал бы корабль. Думаешь, они знали об этом заранее? Арни, этот Брюс тебе врет. А может, он играет и за них, и за себя. Что касается Уоррена, у меня на корабле есть биодетектор. Я все прекрасно вижу. Точно тебе говорю. Уоррен был на старой базе, а теперь его ведут к Хабардиевым шахтам. Тебе надо спуститься на нижний ярус. Скорее! Вот бы всегда аптечка в начале уровня. Особенно в начале игры это бы точно не мешало. Этаж 1, внимание. О май гад. Низкое содержание кислорода. Сейчас начнутся уровни Дума 3. Пойду тут за юзу. Пойдем еще раз кислороду возьмем и пойдем.
куда-то наверх. Она по мне будет стрелять, нет? Нет. Оу, щит. Нет, как вот тут. А. Понятно. Обездорожил. Не очень. Как-то. Да я по набаке здесь проехал. Подстава. Что это там еще упало такое? Бесполезность. Боком, боком, боком. Эх, всегда помогает идти боком. А где звук? А, точно. Оу. Типа-то не... Я не знаю, с чем это сравнить.
О, нет. И куда мне? У меня есть идея, но... Дальше делать, игра. Боже, это ужасно. Рождение ужасно. Ну. С этим я ничего не могу сделать. Понятно. Что я пов... Не знаю, как это вести. Не знаю даже, с чем это сравнить, это не утюг. Это я как будто езжу на... Еду не валяшкой. То есть, по сути, она не падает, да, на бок всегда. Но заносит ее ужасно. Боже.
Гребаный неваляшка. Давай. О май гад. Наверное, мне наверх. Я не могу попасть наверх. Только так. А вон и баги. Так что я был прав. Thank you.
Так я вернулся назад уже. Помните?
Прости меня, ХП.